Для исполнения произвольной программы «Налет» приглашаются Екатерина Кениш, Дмитрий Чигирев, Москва. Ну что же, в хорошем настроении мы приступаем смотреть соревнования спортивных пар. Екатерина Кениш и Дмитрий Чигирев, тренирующиеся у Нины Мозер, Влада Жавнирского и Игоря Чудина, в произвольной программе катаются под произведение, которое называется «Мельница моей души». Never ending or beginning on an ever-spinning wheel. Like a pole that keeps revolving in a half-forgotten dream. All the ripples from a heaven someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase. And the world is like an silently in space, like the circles that you find in the windmills of your Наверное, можно еще говорить, что продолжается процесс притирки между двумя партнерами, которые совсем недавно встали в пару.
Но в то же время, выступив уже на двух этапах Гран-при России в нынешнем сезоне, Екатерина Гениш и Дмитрий Чигирев заставили говорить о себе. И я не думаю, что будет каким-то большим сюрпризом, если эти спортсмены отберутся в итоге на чемпионат России, который в этом году пройдет в Красноярске. Уже успели они выступить на первом этапе Кубка города Москвы. Причем там в очень солидной компании сумели опередить и Бояринцеву-Плешкову, и Васильеву-Запорожцу. То есть очень солидные пары. И занять первое место. А потом был пятый результат на этапе Гран-при в Сочи с баллами, которые тоже заставляют относиться с уважением к этой паре. Почти 195 баллов они набрали по сумме двух программ. Ну и вы видите, какие сложные элементы исполняют эти фигуристы. Идут на каскад из тройного флипа и двойного акселя. По идее, в заявке там к двойному акселю должен был быть еще добавлен двойной тулуп. Но в конкретно данном прокате это не получилось. И пока еще, судя по всему, не готовы на два тройных выброса фигуристы. Вот второй выброс был только в два оборота с захода Ридбергер. Но в целом такая очень нежная, тягучая и в то же время очень красивая произвольная программа, где спортсмены чувствуют себя очень уверенно, да и баллы, я сейчас вот вижу оценку за технику, будут очень и очень солидные. Почти 60 баллов набрали за короткую программу Екатерина с Дмитрием, но сейчас могут поправить свое положение в турнирной таблице. Во всяком случае, бороться будут. Ну и смотрите, 127,15 балла, это не просто достойно, это очень серьезный результат. И по сумме они показывают 186,28.